И вот такая красота у нас. И это вообще шикардос. Класс. Бережки у тебя такие красивые. Из всех этих яиц больше кальция именно вот в этих. Даже лучше, чем сеточки. А раукана тоже 4 за 5 дней. Зима. Снежок хотя бы прикрыл всю слякоть и грязь. Ну что, мои красотки? Масики вы. Ой, вы мои масеньки. Так, сколько у вас еды осталось еще? Ну, давай посмотрим. Так. А, еще еды. Смотрите, еще очень много корма. Семечки все они съели. Ага. Смотрите, вы чего не едите? А ну, кушайте. Так, и пойдем тогда яйца посмотрим. Конец января. Вот этот насест все время не сбрасывает. Надо его по-другому прикрепить. Так, яиц под насестами не вижу. Молодцы. Уже мне меня радуют. Буряк весь съели. Все, ничего нету. Так, и что у нас по яйцам будем смотреть? Почистим гнезда. Ведро почистим. В соседнем отсеке молотка несется. Меня спрашивали, как узнать, что курица снеслась, чтобы долго не сидеть в курятнике и не ждать первое снесенное яйцо, чтобы его забрать, чтобы куры не склевали. Вот когда вы услышите вот такой характерный звук, можете смело заходить в курятник, и там уже будет яйцо. Так, здесь у нас никого. Смотрим. Так, ну вот в этот раз 6 яиц в этих гнездах есть. Яйца не битые, без трещин. Смотрите, как работают эти гнезда. Видите? Главное правильно подобрать вот этот материал, на который будет приземляться яйцо. Так, нижние гнезда. Так, здесь я потом сама уберу. Не хочу это сейчас вас задерживать. Открою гнездо сбоку. Вот. Собираем. Здесь вижу разбито одно. Вот такие красивые. Такие большие, да. Крупные. Красивенькие яйца. И белоруска несется. Белое яйцо белоруски. Что-то треснутых я не вижу. Треснутых нет. Значит, здесь была плюсовая температура. Вот только, вот смотри. Это, скорее всего, курица его. Или может быть, кот. Скорее всего, а может, потому что треснуло, оно нет, треснуло. Оно не может быть, нет. Это схватил, успел кот схватить, когда курица снеслась. Да, целенькая. Это целенькое, это какое-то одно яйцо, видно, кот успел схватить у курицы. Ой, там у нас сидит курочка. Курочка, ты несешься или же ты квочка? Красивая какая. Ну пусть несется. Так, а мы собираем яйца. Так, вот здесь вижу что-то мокренькое. Не пойму, почему. Так. Все целые яйца почему-то мокренькое там есть место. Ну, с этим потом разберемся. Оно выше, видишь, потек от верха. Да, да, выше. Ой, такие классные яйца, вообще шикарные.
крупные. Ой, какое коричневое. Угу. Три яйца и три разных цвета. Коричневое, розовое и такое кремовое. Очень красивое. Так, ну вот это и все от наших старых курочек. А теперь пойдем к молодым курочкам. А потом приду, почищу там все. Ага, так просто не откроешь. Так, заходим. А ну посмотри, здесь корма есть. Так, а ну здесь смотрим. Полно, смотри. Угу, полная кормушка. Уличная кормушка, механическая, бункерная кормушка. Если курочка не стоит, не ест корм, то она закрыта. Это кормушка против воробьев. То есть, когда курица станет на платформу, и она откроется. Вот так вот. Пока курица кушает, корм открыт. Только она уходит, все, и воробьи зерно не едят. Работает она и зимой, и летом. Несмотря на выпадение снега, все равно она продолжает работать. Потому что там движущие все элементы. Если они постоянно в движении, то, естественно, даже выпавший снег, ничего с ней не происходит. Потому что она постоянно находится в работе. Ну, пойдем за яйцами. И посмотрим узор. Посмотри, какой красивый. Mm-hmm. Мороза. Смотри, какой красивый на клеенке узорчик. Так, ну, заходим. Красиво. Так, граждане, товарищи, что у вас? Кормушка, смотри. Еда есть. Я даже могу сейчас вам ее открыть сразу и показать. Смотрите, бункерная кормушка продолжает кормить моих курочек. У них всегда есть зерносмесь. Всегда есть. Вот, смотрите. В любой момент они могут подойти и покушать. Вот такой способ у меня содержания кур, от которого я никогда не откажусь. То есть у меня выработалась вот такая определенная схема содержания кур. И так я и продолжаю. Только сверху, делать. Видишь, накладывают соломку. Сверху насыпают немного с подстилки солому. Даже если они туда ее насыпали, это не страшно. Куры, они же любят гребтись, они любят что-то искать где-то. Поэтому если сверху лежит солома, это прекрасно. Оно все равно в доступе у них. Так, ну и что нам снесли наши молодки? Молоткам уже 8 месяцев. Так, молодцы. Вижу, что все очень прекрасно. Сейчас это все почищу для того, чтобы я смогла открыть верхнюю крышку. Красотка. Кто там сидит? Ну, посмотри. Кто там сидит? Проверка пришла. Ага, еще одна пришла. Так, все, девочки, давайте будем собирать яйца, потому что нет времени ждать, пока вы... Ну, может быть, вы уйдете, девчонки? Алло. Давайте я сверху открою яйца, будет так удобнее. Давайте. Или проходите. Как мне собирать?
Да? Мне так собирать? Ты будешь сидеть здесь, да? А лучше я открою сверху. Поэтому придется вам, девчонки, уходить. Давай, иди сюда. Пока посиди здесь, гнездышко. Иди, иди туда. Вот там посиди. Так, и ты уходи, давай. Так, и мы откроем сверху. Вот так вот. И соберем здесь яйца. Ну, в принципе, так, со смотри. Всех отсеков лежат, видишь? Клюнула какая-то, смотри. Да, видишь? Да. И вот яйцо, да, клюнуло. Клюнули. Задержалось, видно. Да, видно, задержалось и, наверное, попробовали. Ну, равномерно, смотри, со всех отсеков лежат. Да, и везде, ну, как бы не скажешь, что какое-то гнездо, они не любят заходить. Нет, во все, и в это гнездо снесли, и в это, и здесь есть. Вот, даже переизбыток кальция пошел. Смотри, видишь яйцо какое в крапинку беленькую? Это переизбыток даже кальция уже у курочки какой-то. Ну, это не страшно, это хорошо. Да. Но, конечно, лучше все, чтобы было сбалансировано. Но нам главное, чтобы курочка неслась. Так, проверка. Проверка пришла. Так, сейчас мы соберем. Принесу вам сейчас вкусняшек. Застелю вам соломы, сена. Чистенького всего. Что-то давно мы не считали яйца. Надо будет в следующий раз посчитать. Ой, такое горячее, мокрое было видно. И прокатилось. Оно теплое просто. Тепленькое. Красивые яйца. Сразу видно, что курочки домашние. Смотрите, какие красивые. Вот так. Все. Все, ты мне помогла. Ты молодец. Ты мне все помогла сделать. Ты молодец. Ты помощница. Ты помощница, да? Ты помогла мне? Вот умничка, вот умничка. Иди, иди. Так, все, теперь уборочка. Ой, и тут кто-то сидит. Ой, такой тепленький. Кто ж тут сидит? Ага, принцесса, квочка наша. Вот смотрите, как определяем, что это квочка. Меня там спросили в прошлый раз, а я так и не показала вам ее. Вот смотрите, вы вынимаете курицу. Во-первых, у нее хвост, смотрите, как сразу веером становится. Во-вторых, смотрите, она не хочет никуда идти. Вот, видите? Вот это натуральная квочка. Распушивается. И все, и пусть сидит, ждет яйца. Сиди, а ну, жди. На улицу, папа, тут как-то темновато. Она придет все равно. Пошли. Пошли, я ее выставлю. Пойдем, 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 пойдем. Иди пройдись, погуляй. Я подержу в руках лучше яйца. Они их трогать не будут. Ой, какая красотка, смотри. Класс. Ой, какая матушка. Красивая. У нее что-то белое перья вылезли, да, сверху. У нее такого не было много. Не было. Ну, иди погуляй, иди. Потом яички будут. Кстати, тебе могут яички приехать очень издалека. Очень издалека. Если досидишься, то прилетят на самолете. Все. Ну, давай. Погуляй, походи. Иди покушай, иди. Иди. Засиделась. Да, пусть пройдется. Но я вас уверяю, она опять пойдет там и сядет, и будет сидеть. Ну, если досидится, то получит очень классные яйца. Покушает пускай хотя бы. Так, а сверху что? А сверху у нас? Ага. Не очень. Одно есть, но это хорошо. Ничего страшного. Ничего страшного. И спасибо и за одну... Прекрасно. Так, температура у нас в курятнике +3,
Но, конечно, мы дверь открытую оставили. Если бы мы сразу зашли и нам ума хватило показать температуру, была бы совершенно другая. Ну, градусов плюс 5, наверное, здесь было. Закрываем, чтобы там не выходило тепло. Все, пусть тепло будет. Давай мне ведро. Так. Здесь у меня стоит тоже механическая бункерная кормушка. Здесь мы ее специально сделали для гусей. То есть платформа побольше сделана, чтобы туловище гуся могло поместиться, и она спокойно могла открыться. Вот таким образом она работает. Вот. Здесь платформа сделана побольше. Вот. Ну и покажу вам, смотрите, зерно. То есть у моих кур есть зерно 24 часа в сутки. И на ожирение курицы это абсолютно не влияет. Потому что у курицы есть, я вместе с зерном таким количеством даю еще и овощи. Овощи даю все в сыром виде, кроме картошки. И куры не зажиреют. И куры не зажиреют. Это уже проверено годами. Я так делаю очень давно. И ничего в своем содержании, в способе содержания менять не собираюсь. Отдельно хочу сказать сразу, что никакой соды, никакого жгучего перца, никаких лавровых листов отваров, никаких травок я этого всего не даю. Этого всего я не делаю. Я против этих всех издевательств над курочкой. У меня все максимально натуральное кормление. Максимально все должно быть так, как это делалось бабушками, дедушками. То есть никаких экспериментов над курочками я не провожу. Красивый какой хвост у петуха. Угу. Это не чистопородный петух. Там намешано. И что там только нет. И амрокс есть. И адлер серебристый. И хохлатый. То есть меня еще спрашивали породы моих кур. У меня нету чистопородных кур. У меня все куры это помеси. Помеси. Что-то где-то когда-то было примешано. И я считаю, что это самое лучшее, а не сушка. Вот если вы спрашиваете, меня многие спрашивают, что же это у меня за породы кур, думают, что если они вот так несутся, то это какая-то особенная порода кур. Ничего подобного. Вот поместные куры, это самые рабочие лошадки. Потому что, как правило, чистопородная курица, вот она и несется, кстати, она начинает заноситься гораздо позже. И она несется одно яйцо в 3 дня по-разному. А вот поместная курица, она как раз самая продуктивная, самая хорошая несушечка. Так, пошли карауканом. Никак не дойдем. Только там интересные яички. Надо взять лопату, здесь почистить, потому что сейчас я возьму, наверное, лопату, чтобы не ломать нам дверь. Давай, подержи. Лопата стоит там. Достать. Сейчас я чуть-чуть почищу. Ого. Это моя лопатка-помощница. Очень удобно, когда лопата вот с коротким таким вот, с коротким черенком, очень легко мне чистить помет. Я его вычищаю. Сегодня
сегодня обещали нам снегопад, поэтому к вечеру, наверное, здесь все заметет. По нетронутому снегу идем карауканом. Идем, идем, слышим тебя. Поет. Голосистый. Так, что у вас, а ну, рассказывайте. Может, немножко выйдут на снег или закрывают? Пусть выходят, нет, я им разрешаю выходить. Было бы желание у них выходить. Ага, не хотят на холод выходить. Так, мальчики, давайте выходите. Этот петушок начал округляться, смотри. Да. Он такой худой, а теперь уже стал такой, поправляется. Красивый. Выходите. А ну я гляну, как это, еда тут. А, ну тут полно. Да я прусь с ведром, сказать вам, а? Полно еще есть еда. Да. Так, а ну-ка смотрим. Тут сидит у нас в гнезде хохлатая курочка. Ага. А вот мы тебя и споймали на гнезде. Несется хохлатая курочка. Ну что, буду забирать, наверное, яйца прямо из-под курицы. Интересно, вот это еще, наверное, не занеслась. А может, уже и занеслась. Масечка, Масечка, не бойся, не бойся. Давайте заберем яйца под этой курочкой. Я думаю, что она нам разрешит. Ну, давай, давай. Вот сколько у нас яиц. Тихо, 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 тихо. 3, 4, 5 и 3 араукана. И 3 араукана. Все. И осталась 1 подкладочка. Все, не будем больше ее тревожить, а придем попозже и заберем остальные. Угу, угу. Я тебе поклюю. Так, ну за твоим яйцом мы придем чуть-чуть попозже. Красавица такая. Ты снесла яйцо сегодня? Ау, ау. Ты снесла яичко? Так, ладно, не буду их беспокоить. Приду попозже. Пусть несется. Отношу ведро и буду заниматься уборкой. Здесь все очень быстро и просто, а нижнее нам надо тщательно. Теперь я могу открыть. Ну, вот видишь, вот здесь вот одно яйцо потек. И вот здесь вот даже шкарлупа еще осталась. Задержалась. Ну, видно, что в гнездах спят куры, поэтому, скорее всего, они там бреются. Потому что это зима, летом. Ой, тут уже курица сидит. Угу. Где я?
Видишь, они сейчас несутся, и сейчас эти все яйца прокатятся по... Я пересела, она же в другом месте. Пересела, сейчас я ее пересажу в другое. Здесь я сейчас почищу, потому что мне надо убрать это гнездо. Иди сюда. Иди сюда, иди, иди. Посиди в другом, заходи сюда. Заходи, заходи. Хоть бы не квочка. Что-то... Потому что это ж квочка наша, которая в прошлом году высидела. Цыплят. Так, а здесь я сейчас быстренько уберу. Потому что если... А тут, ой, и тут есть. Ой, тут сидит. Ой, красавица ты. Сейчас я вот это гнездо почищу и туда ее пересажу. Это как раз время такое, что да, несутся. Сейчас не несутся, поэтому... Желательно бы, конечно, в гнездах еще протереть тряпочкой. Ой, какая... Мощная курочка. Вот этой курочке уже 4 года. Давай, заходи, заходи, заходи. Давай, 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 давай. Давай. Так. Ты пересаживаешь просто, чтобы ну, почистить. Почистить. Да, я хочу здесь почистить. Все уже чистенько. Можно запускать агрегат в работу. Все, девочки, не мешаю, ухожу. Ухожу и не мешаю. Все. Пусть несутся, а я к молоткам иду убирать. Очередь. Очередь на снесение яиц. Там уже сидит курочка, а это на голову лезет. Рядом. А, тут везде сидят. Все гнезда заняты. Ага, вот это свободное. Тут аншлаг. Одна сидит, а вторая на голову залазит. Самое большое вознаграждение зимой для кур, когда мороз, это вода. Они не так на корм, как на воду. Потому что, пока меня нет, они пьют снег. А за водичкой они соскучились. И гуси соскучились. Сейчас еще принесу. Водичку. Решила я переделать держатель этой планки, которая мне держит от разбития яйца. Вот когда у меня падает так планка, и яйца высыпаются и на пол бьются. У меня здесь была цепочка, но мне не очень было удобно с ней. Она спадала, у нее она тут складывалась, я не могла закрыть плотно, мне надо было ее туда вытягивать. Поэтому решили вот этот момент переделать. Значит, здесь прикрутили вот такой вот кусочек брусочка. Это будет служить как ручкой для открывания. Вот. А цепочку переделаю как с карабином, чтобы она была. Поэтому мне нужно для карабина сюда сделать крючочек. Ворует уже кулек. Потянула да. Себе кулек. Что, тебе тоже надо? Ты смотри, все заняты гнезда, все 4 гнезда заняты, глянь. Вот тут это сидит. Да. Смотри, тут курица сидит, тут курица сидит. Кстати, узнали эту курицу? Я поставлю вам видео, ссылочку сверху в окошко. Это курица, которая ела цыплят. И, как видите, я ее не убрала.
Но просто квочка, я ее теперь никогда не доверю яйца. Но как не сушка, она у меня осталась жить. Эта курица ела цыплят, которые только-только вылупливались. Я поставлю вам ссылочку на это видео. Так, а мы давай продолжим. Так, и здесь мы сделаем... Теперь мы закручим. Это у меня вот такой крючочек. И теперь мы его вот так вот закрутим. И оставим его вот в таком горизонтальном положении. Вот так вот нам надо. Теперь нам нужно одеть карабин. Кстати, возможно, этот навык пригодится кому-то закрывать сарай. Да. И вот так вот будем отмерять длину, которую нам нужно оставить для закрытия. То есть мне вот нужно вот где-то вот такой вот небольшой наклончик. Все, мне больше не нужно. И теперь вот, чтобы у меня саморез попал в брусочек. Вот так вот. И лишнюю цепочку можно откусить. Оп. Вот так вот. Все. И теперь проверяем. Раз. И закрыли. Все, теперь будет намного проще. Теперь у меня цепочка не будет падать, когда ей вздумается. Она сама, когда хочет, тогда и падает. Вот. А теперь, когда мне нужно будет убрать в гнездах, я просто вот так раскрою и все уберу здесь. Вот для чего мне нужна эта цепочка. Для того, чтобы я спокойно могла открыть и здесь убрать мусор. Вот. Для технической уборки. А так вообще она должна быть стационарно вот так вот все время находиться. И вот так теперь у меня получается. Я могу, не придерживая, даже бросать все. И когда мне нужно убрать, я вот так убрала карабин и все, и убираю спокойно весь мусор, выгребаю. Это служит просто для удобства. Это просто для удобства. Все. Отлично. Все, давай уходим, потому что куры несутся. Все, забираем инструмент. Куры несутся, и надо им не мешать, главное. Все, пойдем. Кстати, вот мы же высаживали эту квочку. Вот смотрите, она опять пришла сюда. Ага. Видите? Смотри, это самая натуральная квочка. Видишь, она под себя подкладывает яйца, вот так вот делает, ага. Подшевеливает. Потому что можно спутать, бывает у курицы болит лапка, и она не ходит, можно с ней спутать. Но здесь, видишь, она нахохливается, и такая ко-ко, да? И перья дыбом. Ой, хорошенькая ты моя. Видишь, тепленькая такая, такая тепленькая. Вот, смотри, какая красивая. Видишь, я подложила ей под перья руки, и она их поджимает под себя, как яйца подкладывает. Красивая ты у меня такая. Красивая. Да. Ну, подожди немножко, месяцок. Так рано я цыплят никогда не выращиваю. Были у меня времена, я тоже не терпелась мне в январе, в инкубаторе высиживала. Вы знаете, ничего хорошего от этого нет. Поэтому торопиться... Яйцо покатилось, слышала? Угу, да, да. Торопиться не нужно. Кто-то снесся. Сейчас мы посмотрим. Ну, заходи, ладно, сиди. Сейчас я посмотрю, чтобы у тебя чистенько тут было. Да, хорошо, что такие гнезда, что они не будут греть яйца. Не греют яйца, куры. Я не переживаю. Если раньше у меня были обычные гнезда, конечно, это плохо, когда я приезжаю раз в 4 дня, там в 5 дней, приезжаю, а на гнезде курица уже 5 дней грела яйца. Конечно, это плохо. А теперь давайте посмотрим. Вот она, красоточка. Вот она. А вот ее яичко. Где оно? А где оно? Я слышала. Вы меня не обманите. Есть.
Вы меня не обманете. Это твое, да? И вот это будет хохлатая курочка в этом яичке. Это точно, потому что снесла конкретно хохлатая курица. Вот. Петухи два хохлатые. Курица хохлатая. Это, ну, 98% будет хохлатый цыпленок. А мы будем убирать в гнездах. Все. Давай. У тебя карман есть? Угу. Давай. Тепленькая, класс. Так, и вот это гнездышко грязное. Так, я надеюсь, ты не квочка? Да что-то мне... А то вы меня вообще, не знаю, ведете в шок. Со своим квактанием. Так, все. Теперь мы убираем здесь. Вот так. Конечно, когда яйца не разбились, все сухенько, все элементарно убирается. Прекрасно сюда. Кстати, здесь сейчас вот что, о чем я говорила. Видите, цепочка. Постоянно она отсюда спадает. А, потом было просто на гвоздике. Просто на саморезе было у меня вот так вот. И потом, когда я, допустим, о, видишь? Угу, не получилось. Видишь, она упала. Если я затяну этот кружочек больше, то тогда, когда мне надо будет здесь ухаживать, я ее не сниму. Понимаете? Я это понимаю. Я могу здесь сделать овал меньше, тогда оно не будет спадать. Тогда я буду мучиться, когда мне нужно будет сделать уборочку. Поэтому вот, и потом, смотри, вот видишь, загнулась, видишь, вот, угу, вдвое сложилась нравится. Цепочка, и все. И видишь, я не могу закрыть, вот она, вот про что я говорила. Видишь, вдвое цепочка складывается. Конечно, это рассчитано на то, что цепочка должна снаружи, но это же все тело движения, это все отнимает время, это, оно все должно работать автоматически. Упрощать, чем больше упростить человеческий труд. Поэтому все это сейчас будем переделывать. Да, некогда поправлять. Поправлять можно, но это же все... Когда это бежишь, быстро хочешь сделать, не поправил, и все, и яйца разбились. Сейчас тут будут яйца. И сейчас тут переделаешь, да? Да, и тут сейчас точно так же сделаю. Все, все, неситесь, неситесь. Все, все, закрываю, чтобы... Потому что если сейчас снесет яйцо, оно будет сразу на полу. Все, все, никто вас не трогает. Это уже снеслась, молчит. Это как раз тот звук, что вот так вот они кричат, вот, да? Смотри. Да, это вот когда так кричит курица, значит, она снеслась. И там кричит. А ну. Замолчала это. Все, вышло. А это проверка, проверка. Что-то она, да, она вот по гнездам ходит. Может, выбирает. Она ну, считает... может, и выбирает гнездо. Может и такое быть. Ну, молодец, ты снеслась уже, ты молодец. Сегодня свою пайку отработала. Ну и тут. Хоть тут и было одно яйцо, но куры сюда ходили, интересовались. Поэтому уборка здесь тоже должна пройти. Небольшая, все. И, естественно, проверяю, чтобы на линолеуме не осталось нигде помета. Все чистенько. Все нормально. Сейчас мы... Сейчас я еще травку немножко им насыплю. Вот. Уже тут насыпала, и они все пришли кушать траву.
любительницы. Зачем вы гребетесь? Вот это выгребают ямы, а потом в эту ямку, типа, это гнездышко. И начинают туда нестись. Вот это я не люблю. Прекратите гребтись. Все. Ровненько вот так вот должно быть. Поняли? Не хотят. Выходим. Выходим, гулять идем. Давай, выходите, давай, выходите. Давай. Отойди в сторонку, не тебя боятся. Выходите, выходите гулять, выходите. Все, молодцы. Заходят назад. Холодно в лапке, да? Траву хотят кушать. Они видят, что это корм. Корм им насыпали. Так. Восхождение на Эверест. О, курицы нет здесь. Сейчас я гляну, что здесь. О, другая сидит. Другая села. А, вот та коричневая, да? Да, эта ушла и села та светленькая. Поняла? Так, мы ждали, пока хохлатая снесется и выйдет с гнезда. И пришли за яйцами. А тут сидит уже другая курочка, несется. И опять мы будем ждать. Не буду я ей мешать сейчас. Буду заниматься своими делами, а посмотрю потом. Петюня волнуется, волнуется. Курочка его несется, барышня его несется, да? Красавец такой. С такими красивыми. Манишка у него красивая такая. Смотрите, серенькая, классная. Вот чем хороши эти петушки, потому что у них вот такой гороховидный гребень. И даже если будет минус 20, минус 30 зимой, у него этот гребень не отмерзнет. Мне не терпится посмотреть, что ж там снесла курочка. Ага! А ну покажи еще. Сейчас я тебе уберу эти висюльки, которые нам мешают подсмотреть. Да я не буду забирать. Смотрите, два яйца уже есть. Это хохлатая, которая мы видели, она сидела здесь. Так, и араукана снесла. Возможно, даже вот эта сама курочка и уже снесла. Но мне сейчас некуда забрать эти яйца. Я их, наверное, оставлю. Пусть они пока под ней полежат. Потому что я сейчас здесь ухаживаю, подсыпаю сено, вот насыпаю. Вот. И если я их сейчас положу себе в карман, то я их, возможно, и раздавлю. Поэтому пусть пока что охраняет курочка их. Все, а я продолжаю. Не буду вам уже морочить голову, показывать, как это все я делаю. 350 раз. Да? Выгоняй ее. Белоруска все в шоке. Вот какая проворная. Проворная. Все, собрали. Давай быстро. Лови, лови. Лови.
Этот идет. Все, иди ко мне, иди, я тебя спасу. Катастрофа в курятнике. Иди, моя хорошая. А нечего заскакивать. К модным петушкам на свидание пришла, да? Вот, смотри, твой жених. Видишь, какой твой жених? Амираукан. Все, ты модная невеста. Какой женишок у тебя. Заскочила в вольер. Смотри, вот этот красавец. Видишь? Представляешь, черное с белым, какой цыпленок будет красивый. Еще с ушками будет. Да. Ты видишь, какой у тебя женишок заморский? Прошла через такую щелочку и оказалась здесь в вольере. Любопытство ли гордо? Давай, иди, давай. И даже не сомневалась, никакая другая курица, только Лигорн. И пробралась к арауканам. Да, прибежала к арауканам. Беру вот этот вот газобетон, хочу поднять кормушки у курочек араукана, потому что они очень низко, со временем, когда начинаю подсыпать сено, поднимается подстилка, и кормушка остается как бы очень низко. Поэтому я положу под кормушку газобетон и подыму эту кормушку. Вот так вот я вам покажу, как я сделала. На газобетон поставила кормушку. Вот так вот. И получилось у нас повыше, потому что мне не нравится, что подстилка засыпается в зерносмесь и в ракушку кормовую. И вот так вот получилось, мне более или менее так нравится больше. Поставила чистую водичку. Ну идите покажите, достаете вы корм или нет? Покажите, как вы кушаете. Вот, спокойно все достают, все видят. Отлично. За счет того, что наслаивается подстилка, становится выше пол по отношению к кормушке. Поэтому на высоту кирпичика обычного это слишком мало. А вот на высоту газобетона получается как раз отлично. Вот так. Ну, курочки не голодные. У них, еще раз повторю, всегда есть корм. Поэтому сейчас вам показать именно, как они подходят, кушают. Я постараюсь это показать. Но пока что никто не хочет кушать. Обратите внимание, крючочки, которые будут держать нам насест. Вот так. Раз, чтобы он не падал. Смотри, что происходит. С одной стороны клеенка есть, но вот она раскрывается, и вот это пропускает полностью холод. Поэтому решили вот так вот сделать с внутренней стороны еще одну шторку. Кстати, спасибо моим зрителям, они мне это тоже подсказали, что можно сделать двойную шторку, чтобы две шторки было. Там одна зрительница мне писала, она полностью описала, спасибо ей большое, как у нее сделан лаз. И действительно, я точно так же с помощью ее подсказки сделаю. Здесь у меня будет разрезано по центру, а в этой будет разрезано в других местах. И одна шторка будет перекрывать уличный холод. Они найдут выход. А мы сейчас это все посмотрим. Так, чуть-чуть неровно, мне это не нравится. Так. И здесь куры, конечно, уже в шоке, потому что они не знают, что сейчас будет. Но они не знают, что им теперь в мороз будет тепло. Они тоже это еще не знают пока. Так, все, и теперь мне осталось вырезать. Если у нас это разрезано здесь, то тут разрезы будут немножко левее, чтобы по центру висело
Угу. Так, на ширину открытия я даже, наверное, меньше сделаю. Вот так. Потому что я буду переживать, что курочка не зайдет. И гусь должен пройти. Курица видит, что сюда зайти. А там уже она механически вот эту штучку откроет. Вот эту висюльку, которая перекрывает нам холод. Интересно, сколько тут уже у нас яиц. О, класс! Смотрите, сколько. Смотрите, сколько яиц. Класс. Это пока чинили, да? Да. Боже, какое темное, смотри. Какое оно коричневое, как марана. Как яйцо марана. А это розовое. Ну, тоже, наверное, двухжелтковое, потому что очень большое. И это большое. Класс. Собираю. Меня спрашивали, можно ли давать отходы со стола. Вот я привожу, да, блинчики, вермишель осталось. Ну, такое всякое. Какая-то остатки, остатки крупы какой-то, там гречка варилась, рис. Обязательно я привожу это курям. Вот это для них лакомство. Конечно же, они это любят. Пошли, чтобы гуси подошли. Еще чуть-чуть есть, смотрите. Еще в миске. Еще чуть-чуть есть. Вот так. Кушайте. Часа дня, и посмотрите, мои курочки, смотрите где. А если бы здесь сейчас не горел свет, а в 3 часа дня, я уверяю, вы никто не включаете свет. Вот для чего у меня всегда горит свет. Как в тамбуре. Три часа дня, все там. А было бы сейчас там темно. Не все, одна ходит. Как они все зашли, смотрите, какой сейчас будет кипиш. Сейчас увидите. Смотрите. Ага. Что это у вас? Вкуснятина? Давайте я вам на картошку положу. Ой. Вот, есть у вас хлеб, есть. Все, ешьте. И гуси тут найду. Кстати, да, и гуси поедят. Спрятались там. Все, идем. Дадим молоденьким курочкам еще. Давай, заходи. Мы выпускаем тепло. И вам, гостинцы, пришли вкусные. Идите, кушайте. Это сухари, размоченные в воде. Просто в холодной воде размоченный хлеб. Сухари. Идите, идите кушать, идите. На, на.
На, ешь, ешь. Ешь. На, ешь. Кушай. Вкусно? На, еще тебе. На, не бойся. О, на, ты. Так. Еще будешь? На. А то сидишь высоко, все видишь и все прозевала. На. Ешь. Вот, чтоб снесла большое яйцо. На. Говорят, сколько курочка съест, такой величины и будет яйцо. Так. Кушайте, кушайте. Вот умницы. Вот молодцы. Курочки улеглись, и гуси тоже. И гуси тоже пришли на ночлег. И смотрите, там белая гусыня. Она уже там умостилась спать. Вот так вот гуси сидят под гнездами. Они, в принципе, могут и под насесты пойти, что они и делали все годы. А в этом году почему-то они выбрали место под гнездами. И, по-видимому, ночуют здесь. Очень умная птица гуси. Да. Кстати, это дополнительное тепло для курочек ночью. Гуси греют помещение. Петя, ну ты надумался. Да, гуси, хорошие вы, хорошие. Все в порядке. Вот, смотрите, как перелазит насест. Все, и они могут сидеть и под насестами. Закрываю курятник. Заходите. Закрываю, чтобы не выпускать тепло. И вот так вот горит свет.